Одну з керівних посад в парламенті необхідно віддати опозиції. В цьому переконаний співзасновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Політик впевнений, що це необхідно зробити, аби контролювати діяльність Верховної Ради в умовах ймовірної монобільшості, котру збираються створити партія влади. Я убежден в том, что власть без контроля приводит к деградации, что мы видели на примере парламента и ушедшего в отставку режима, в том числе и президента, и правительства, и парламента. Контроль обязательно должен быть. Мы будем настаивать, чтобы контрольные функции были за оппозицией. Кто там будет в оппозиции претендовать на эту роль, сейчас это уже второй вопрос. Но самое главное, чтобы был действенный контроль за властью. Тогда есть шанс, что она будет бояться нарушать, она будет выполнять то, что по закону, и не действовать так, как предыдущий режим, который наплевал на Конституцию, на все законы, там жил отдельно от страны жизнью и завел страну в полный тупик, и политически, и экономически. Вот наша позиция, что такого не должно быть. Мы должны это изменить, и мы должны дать реальные рычаги, в том числе в виде закона об оппозиции, чтобы контролировать власть.